Здравствуйте, друзья! Компания «Вспорте.ру» и «Северная Лига ЛФЛ» начинают прямую трансляцию центрального матча 17-го тура в первом дивизионе. Игра, в которой сегодня встретится лидер чемпионата «Аэрофлот» и один из претендентов на повышение в классе, на возвращение в высший дивизион. Команда, которая, ну, в общем-то, последние сезоны все время в числе претендентов находится и в высшем дивизионе не так давно играла. Но сейчас испытывает определенные игровые кадровые сложности. «Кристалл». «Кристалл» находится на пятом месте. Ну, точнее, находился на момент начала тура. Но для «Кристалла» очень благоприятная ситуация сейчас, потому что его конкуренты «Прайд» и «Тандер» вчера проиграли. И, соответственно, в случае успеха сегодня команда Максима Горбачева может выйти на третье место. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский, главный арбитр сегодняшней встречи Николай Овчинников. И поехали. Давайте смотреть футбол. Сейчас по составам пройдемся, потом поговорим о турнирной таблице, о том, как команды последние свои матчи проводили и какие интриги в конце первого круга на чемпионате. Но главное, сосредоточимся на самой игре. Тем более, раз уж вы сделали выбор в пользу нашей трансляции, а не главного матча Российской футбольной премьер-лиги. Ну, собственно, по большому счету, вы можете и успеть, конечно, переключиться в самом конце нашей трансляции, но сейчас такой получается разогрев. Итак, «Кристалл» играет в синей форме сегодня, «Аэрофлот» в своем зимнем варианте, таком кислотно-желтом. И вот уже команды обменялись опасными атаками. Теперь давайте по составам пробежимся. У «Кристалла» в воротах Иван Синицын, номер 1. Пара защитников составляют Владимир Самойленко, номер 12. Владислав Поляков, номер 9. В центре поля Ашотка Громанян, 8. Эрдован Серданович, 10. По краям Дмитрий Бердников, номер 97. И Александр Лободин, номер 70. Впереди Леонид Соколов, номер 93. Вот сейчас он цепляется за мяч, но скользкое поле не позволяет ему развернуть соперника. И ничего острого из этой атаки «Кристалла» не получается. Что касается «Аэрофлота», в воротах Максим Глейкин, вернувшийся после дисквалификации. Также два защитника: Владимир Крохин, номер 3, Максим Чупов, номер 23. По краям Роберт Жилин, номер 2, Руслан Кошлюченко, номер 8. В центре поля Андрей Кожин, номер 20. И Роман Круглов, номер 5. И на три атаки Евгений Кулаков, номер 9, лучший бомбардир лидера чемпионата. Пока «Кристалл» активно начинает игру, большую часть времени проводит в атаке. Но позади только 2 минуты, поэтому можно сказать, что вот эти стартовый отрезок встречи, он достаточно важен. Да? Сейчас «Кристалл» пытается захватить инициативу. Но «Аэрофлот» последние матчи свои проводил так, что и не скажешь, будто это лидер чемпионата. Такой единоличный и однозначный. «Аэрофлот» немножко сбавил. И «Аэрофлот» именно что по игре не всегда выглядит доминирующей силой. Собственно, в турнирной таблице сейчас отрыв «Аэрофлота» от «Смены» сократился до 3 очков. При том, что у «Смены» есть игра в запасе. Ну и вот, допустим, в случае сегодняшней победа «Кристалла» и «Смена» играет сразу после этого матча со «Сирией», допустим, выигрывает «Смена», то команда Александра Гудиленкова может и на первое место подняться уже по дополнительным показателям, потому что между собой команды сыграли в ничью. Ну, а разница мячей у «Аэрофлота», конечно, она очень хорошая, 66 на 22, но в то же время вот эту игру в запасе и потерянные очки никто не отменял. Всегда этот подсчет ведется, тем более конец первого круга. И, в общем-то, с большинством соперников основных лидеры чемпионата уже сыграли. «Кристалл» как бы в засаде немножко притаился. Если «Аэрофлот» очень здорово начал чемпионат, у него было 9 побед на старте, затем ничья со «Сменой», и потом еще 4 победы. В общем, ну, казалось, что это доминирующее просто над всеми соперниками команда. Но вот затем небольшой спад. И начался он даже не в тот день, когда сенсационный «Аэрофлот» проиграл «Ювеналу», занимающему последнее место в турнирной таблице, ну, занимавшему на тот момент. Чуть раньше «Аэрофлот» с большим трудом
обыграл сначала Вимпел 3-0, там большую часть матча было 1-0, и в концовке Ярослав два мяча забил. Затем была минимальная победа счетом 1-0 над Гепардами. И после этого вот поражение от Ювенала, ничья с Бураном в прошлом туре. И, пожалуйста, отрыв практически весь Аэрофлот разбазарил. Понятно, что с точки зрения борьбы за попадание в четверку, у Аэрофлота все еще очень солидное преимущество над соперниками. Ну и вот над сегодняшним соперником, например, 10 очков. Кристалл, который, как я уже сказал, на пятом, или можно уже считать, что и на четвертом месте находится после поражения Прайда. Но я думаю, что успешное начало чемпионата, в общем-то, не оставило другой задачи, не оставило другого выбора. Аэрофлот будет бороться только за первое место. Просто выходить там через стыковые игры вышедивизионно при таком первом круге ставить такую задачу было бы не совсем правильно. Ну а вот Кристалл начинал чемпионат тяжело. В первых 7 играх было 4 победы, но и 3 ничьи. Команда не проигрывала, но, сами понимаете, 6 потерянных очков на старте – это много. Затем вроде бы чуть-чуть наладилось в плане побед, но и поражения стали случаться, а не ничейные исходы. И, соответственно, в следующих 9 играх 5 побед Кристалл одержал, но и 3-жды проиграл. Поэтому по очкам в первых 7 матчах 15 очков Кристалл набрал, а затем в 9 матчах 16 всего. Вот эта неровная игра, она и не позволяет Кристаллу находиться выше и претендовать на прямой выход выше дивизион. Ну, просто потому, что смена Аэрофлот стабильнее на дистанции. Вот Кристалл допускает такие знаковые осечки, как, например, в матче с Прайдом, с прямым конкурентом, где Кристалл 0-5 уступил. В последнем туре был обыгран Протон 3-1, перед этим Ансар 3-2. То есть, сами видите, счет, в общем-то, не то чтобы равный, есть у Кристалла определенный запас, но выражение не поражает игра команды. Ну и тем же Гепардом, тем же, с которыми Аэрофлот испытывал проблемы, но выиграл, Кристалл сыграл неудачно и проиграл 1-3. Так что вот он бэкграунд. Вот сейчас, наверное, можно сказать, что Аэрофлот в самой низкой точке своего игрового спада. Просто запас такой, что даже вот, находясь на спаде, команда остается лидером чемпионата. Ну, в общем-то, третья игра. Сейчас в последних двух Кристалл Аэрофлот не выигрывал. Так что серия пока продолжается, пока он тоже не выигрывает. Счет 0-0 в сегодняшнем матче. Ну, а у Кристалла никакой серии нет. Было поражение, и затем одна победа. Одна победа как часть серии не воспринимается. Вот если сегодня синие-белые выигрывают, тогда можно будет уже о чем-то говорить. Пока борьба на поле, но вроде бы Аэрофлот такой стартовый порыв своего соперника сбил. И на чужую половину поля переходит уже пытается мяч контролировать, но все-таки атакует больше вертикально. Кристалл, как известно, тяготеет комбинационной игре, подолгу разыгрывая мяч в середине. И в расчете на индивидуальное мастерство своих лидеров, Радована Сальдановича, Ашота Каграманяна, ну и имеет такого нападающего, как Леонид Соколов, который из ничего гол может сделать. И, в общем, понятно, каким образом тактику на матч выбирают. Да, подержать, подготовить атаку, потом отдать Соколову, он там разберется впереди. Ну, либо кто-то со второго темпа из полузащитников атаку завершит. Что касается Аэрофлота, то он очень сильно зависим от игры Евгения Кулакова. У Кулакова 23 мяча в чемпионате, в Аэрофлоте не пишут голевые передачи. Точнее пишут, но крайне редко. Собственно, только 2 ассиста записано у Максима Гречкина, но
Мне кажется, что это судьи постарались, потому что с этого сезона в Северной лиге судьи стараются записывать по возможности, когда эти голевые передачи четко можно идентифицировать, записывать их в протокол. Поэтому 23 гола Кулакова, ну и сколько-то голевых передач еще наверняка у него есть. В общем, это явный лидер. На втором месте по результативности у Аэрофлота Альберт Шиц, но он сегодня не играет, он пропускает игру из-за дисквалификации. Вообще у Аэрофлота и в прошлом сезоне, и в этом сезоне достаточно удалений. Команда не то чтобы не дисциплинирована, но периодически на таком надрыве играет. И вот дисквалификация Максима Глейкина, который заработал ее в игре со сменой, уже после окончания матча, когда там смена отыгрывалась со счета 0-2, и в итоге второй гол был забит на последней минуте. И там в этом эпизоде Игорь Вековищев упал на голкипера Аэрофлота, тот получил травму, в общем, там долго судили-сорядились и оспаривали решение арбитра, который взять ворот засчитал. Причем ту игру судил Максим Каплин, он засчитал гол еще до момента контакта нападающего смены и голкипера Аэрофлота. То есть вот это важный момент, его сразу не разглядели ни в трансляции, ни затем на повторах, и только вот уже на неделе после этой игры действительно рассмотрели, что мяч пересек линию после первого удара, а не после добивания. И что важно, арбитр сразу зафиксировал взять ворот верно и вписал в протокол в качестве автора гола футболиста, который этот первый удар после углового и производил. Но Максим Глейкин оказался с этим решением не согласен до последнего, остался при своих. И, в общем, потом договорил на пятиматчевую дисквалификацию. В прошлом году, я помню, голкипер и вовсе с своим же защитником подрался во время матча и тоже какое-то количество игр пропустил. Ну и вот Шиц, опять же, не сказать, что был оправданный какой-то игровой эпизод. Знаете, как говорят в футболе, за правду. Обычно игроки Аэрофлота удаляются. Ну и учитывая то, что команда не то чтобы не сбалансирована, нет, так относительно лидера нельзя говорить, но все-таки ее игра заточена больше на действия своих ключевых футболистов. Вот такие удаления, это, конечно, потери, и они сказываются гораздо сильнее, чем любые потери в составе соперников, например, того же Кристалла. Я сказал, что есть определенные кадровые проблемы, но это вот если рассматривать в вакууме такой самый фантастический, самый идеальный состав Кристалла, какой может быть. И в этом году, например, основным голкипером команды стал Иван Синица. Я не скажу, что он допускает много ошибок, но все-таки мне кажется, что вратарская линия чуть-чуть ослабла с отсутствием Станислава Кошарного. Ну а если вспомнить историю, то ведь именно в «Кристалле» играл Дмитрий Яснов, который сейчас в высшем дивизионе за IPC играет, и там команда шестое место занимает, очень серьезный результат. Конечно, против фаворитов бороться тяжело, но вот, наверное, потихонечку так «Кристалл» пришел к тому, что номинально третий голкипер стал основным. Иван Синица, кстати, очень здорово в этом году прогрессирует, и он действительно прибавил. Но вот тот факт, что он даже заявлен был долгое время, значит, в протоколах, как полевой игрок, в общем, о чем-то договорит. В остальном состав у «Кристалла» очень стабильный. Здесь футболисты по несколько лет вместе выступают, и вот эта спаянность, эта сыгранность, она, в общем, определенный результат дает. Середина первого тайма. Соперники пока продолжают, наверное, бороться за инициативу, хотя кажется мне, что Аэрофлот ее потихоньку начинает захватывать. Вот какой момент опасный с прострелом. И не успевает там ногу поставить нападающий летчиков. Давай, давай, желтый, взяли, взяли.
ну и на левом фланге это атака родилась. Что касается Кристалла, то я уже вижу, замены произведены. Под 81-м номером появился Олег Орлов на поле. Он обычно занимает позицию такого, ну если хотите, вот продолжим сегодняшнюю футбольную тему в российском медиапространстве, он, если хотите, такой Фернандо. В общем-то, это полузащитник скорее, но не чистый опорник, потому что, может быть, недостаточно он резкий и подвижный, но обладает хорошим пасом и хорошим ударом. Поэтому он располагается над парой защитников достаточно глубоко, а иногда и опускается на линию этих самых защитников. Вот сейчас момент у Стриданович, он один на линии штрафной, укладывает защитника, еще одного пробить-то не получается, но бьет его партнер. Владислав Поляков к атаке подключился. Вот удар у него вышел не самый лучший. Глекин без проблем его отразил. Ну и второй футболист, вышедший на поле с скамейки запасных, это Александр Чешев. У него номер 7. Один из руководителей, один из лидеров Кристалла, один из тех футболистов, которые, с которыми вообще эта команда олицетворяет. Олицетворяется в глазах, да, общественность в глазах болельщиков. Ну, а здесь у нас конфликт возникает. И я вот чему-то не удивлен, что все время вот этот нерв, вот этот надрыв Аэрофлота, он вливается в подобные вот перепалки. Здесь даже не назовешь, что там стычка или драка. Ну, просто футболисты вот заведены до предела. В каждом единоборстве им видится какой-то, какой-то особый умысел. Но мне кажется, что ну что там Евгению Кулакову не понравилось. Ну, даже если были нарушены против него правила, тебе это еще нужно доказать, да, арбитру другое было мнение на этот счет. Вот. Ничего такого криминального я не увидел. Тем более, Александр Лободин поднялся быстро, пытался в сторону отойти. Ну вот, получилось то, что получилось. Но дальше, вот смотрите, Кристалл теряет мяч, а Орлов ошибается в передаче. Это угловой, это опасно. Но именно в ту точку пошла подача, где никого из футболистов Аэрофлота не было. Чешев на бровке. Вперед никак не пройти, приходится разворачивать через центр. Орлов от своей неспешной манере, но очень здорово убирает футболист. Вода возрагима, и вот передача вперед. Кулаков касание пробил, это очень хитрый был удар. И классную передачу Андрей Кожин ему отдавал из глубины. Но выручил Синица свою команду. Бодрый футбол-то, я вам скажу, и скорости приличные, и вот этот антураж такой, знаете, не товарищеской игрой матч смотрится. Вот сейчас, например, в первой лиге играли «Марвел» и «Протон», тут такая тишина, вызванная отсутствием запасных там у «Протона» и отсутствием основной группы болельщиков, которые обычно очень громко за «Марвел» переживают. Плюс сами футболисты ну, действовали в такой манере, без излишней истерики такой, да, спортивной. В общем, как-то все тихо, буднично, и игра закончилась, кстати, победой Марвела со счетом 5-2, ну, для тех, кому это важно, сообщаю результат. Вот, а вот здесь чувствуется, что все-таки команды настроены на борьбу, не собираются уступать в каких-то эпизодах. Слышится постоянный подсказ, постоянная критика игроков в адрес друг друга, где-то апелляции к арбитру. Ну, в общем, такой настоящий футбол, в котором что-то решается. Матч, который важен для обеих команд. Аэрофлот сейчас в атаке. Комбинирует на левом фланге на несколько кругов. Знаете, как перед посадкой самолет заходит. Вот и здесь. Нечто похожее. Но вот сейчас вот уже, ну сколько, передач 20, наверное, подряд прошло. Видно, что
кислотно-желтые ищут возможность, готовят передачу с проникновением ближе к штрафной Ивана Синицына. Но вот сейчас по левой бровке прострел, рикошет. Здесь Чешев страхует своих защитников. От соперника выбивает мяч за лицевую. Так, у Кристалла еще замена. Лободин покидает поле. Возвращается Самойленко, насколько я понимаю. А нет, это Бердников. Бердников по 97 номеру. Он уходил. Просто в начале матча он на левой бровке играл. А сейчас это бровка за Александром Чешевым. Бердников будет справа действовать. Хорошая передача. Здесь Среданович. Мелковато. Тут Рафот здорово выстроился. В общем, и подстраховка была в этом эпизоде, поэтому вот эта стеночка не проходила. Хотя, вот как элемент зимнего футбола, мы с вами говорим уже на протяжении нескольких подряд трансляций, что поля постепенно становятся скользкими. Я не скажу, что снег, но кое-где такие локальные участки даже льда встречаются. В общем-то, поле убирают, и плюс вот эта оттепель, неожиданно пришедшая в Москву, она, собственно, помогла работникам стадиона. Мы по-прежнему уже в середине декабря практически играем на зеленых газонах. И это приятно. И даже сугробы вокруг поля не очень большие. Я помню времена, когда в декабре, помню, например, шикарный матч ЦДК и водного стадиона несколько лет назад, и зрители на этих сугробах стояли, они были вровень с заборами. Очень удобно было. Ты вроде бы стоишь за полем, но все видно, все хорошо. Ну, за стадионом, я имею в виду. Со всеми сопутствующими атрибутами нахождения за стадионом. Смотреть был тот матч очень интересно. В той игре Илья Горчков и Игорь Гришин совершенно фантастически действовали. Но армейцы все же выиграли в концовке. Насколько я сейчас помню, переломили ход противостояния. У одного стадиона было преимущество какое-то время, но потом в конце все-таки доказал свое. Ну вот сейчас как бы в противовес. Не так много снега, не такой лютый холод, даже плюсовая температура. Но сейчас, может быть, к вечеру она до нуля опустилась. Но все же. Поэтому команды могут комбинировать. Но вот когда мяч ходит низом по газону, он чуть проскальзывает, и достаточно одного касания, просто поставить ногу под правильным углом, чтобы этот мяч, ну или передачу, эту атаку разворачивать в другую сторону. Это игра Кристалла. В принципе, команда предпочитает часто играть низом, поэтому здесь при правильной расстановке игроков, при правильном движении из этого может что-то родиться. Пока не получается, но моменты есть. Видимо, и удары по воротам Глейкина идут, правда, больше по центру, но рано или поздно там и Среданович, и Ашотка Гармоян пристреляются, и тогда голкиперу Аэрофлота придется намного сложнее. Команды, в общем-то, поочередно владеют инициативой. Да? После того, как Аэрофлот такой сильный отрезок провел, сейчас Кристалл мячом завладел и большими силами чужую половину переходит. И несколько опасных атак. И вот сейчас проходит пас в направлении Соколова. Но ему сложно было справиться с верховой передачей. До удара дело не дошло. Но Кристалл сохранил мяч, сохранил владение. 24-я минута первого тайма пошла. Счет 0-0. Это дальний удар, немножечко авантюрный. Дмитрий Бердников. В принципе, у него есть удар, он может попробовать. Но вот не сейчас. Кулаков, наверное, немножко в тень ушел. Был у него момент в начале встречи. Затем
как-то больше Аэрофлот в центре поля с мячом владел, мячом владел и с мячом с этим играл, вот, не доводя до своего нападающего. Ну вот сейчас штрафной, и вот это может быть опасным. Точка-то хорошая, отсюда можно и подавать, ну, в надежде, что кто-то там чиркнет так головой по мячу и переправит его. А можно и бить прямым ударом и в ближний, и в дальний угол. В общем, варианты есть. Ну, да, не самый лучший получается. Защитник выносит. Еще одна подача. И опять справляются футболисты Кристалла. Ну и все. Здесь подача Круглова не прошла. Опять же, вот прессинг работает у летчиков, но выжать из него что-то больше, чем просто перехват, пока не получается. Перехват, который не заканчивается там ударом по вороту, например. Соколов сейчас здорово забежит, зацепился и передачу получил. И рядом со штангой проходит удар. Опасно было, и Соколов, по-моему, как следует мяч на ногу не лег. Он пробил как-то с отскоком от земли, в общем. В общем, можно было и получше исполнить. Лаков сам предпочел решать эту атаку, не делиться мячом с партнером. Зацепился он очень здорово, и в принципе, меня периодически троллят, да, коллеги. Вот Александр Седов не так давно сказал в прямом эфире, что я, дескать, поощряю действия нападающих, когда они бьют. Ну, действительно, но футболисты, которые по многу забивают, для них очень важно иметь вот это чувство удара. Чувство, что есть право на удар в любой ситуации. Вот эти нападающие, как тот же Казарян в «Легионе» или вот Кулаков в «Аэрофлоте», они должны бить, когда мяч стоит в 10 метрах от ворот, ну там в 11, да, на линии штрафной, прямо по центру, ну а в каких еще ситуациях нападающий должен быть? Как некоторые, обладающие суперголевым чутьем, там с линии мяч закатывать, но не всегда это получается, и это в большей степени от команды зависит, от того, насколько получается комбинационный футбол в исполнении партнеров. А сам нападающий принимает решение там за доли секунд. Поэтому сейчас, может быть, Кулаков не лучший выбрал вариант, но если бы попал, вот какие были бы вопросы. А поскольку он все-таки чаще других в составе своей команды попадает в ворота, то, на мой взгляд, имел полное право именно так завершать эпизод. Ну, замена сейчас у Аэрофлота произошла. Кто на поле вышел, чуть позже разберемся, потому что все-таки вот эти зимние комплекты, это, конечно, мечта комментатора. Ничего не видно, маленькие номера, футболисты еще не всегда лицом поворачиваются к эпизодам. Поэтому... У некоторых, конечно, удается по походке, что называется, узнавать, но не всех. Так, штрафной на половине Аэрофлота. Подача Сальдановича и прямо в руки Глейкина. Ну, судя по всему, Дмитрий Филиппов играет теперь на острие у Аэрофлота. Вот он в такой голубой шапочке единственный. Поэтому его запомним по этому аксессуару. Сейчас Аэрофлот зарабатывает уже штрафной. Вот эта точка, наверное, наиболее опасная из всех, с которой выполнялись стандарты в первом тайме. Стандарты. Прямо по центру. Ну, сколько здесь? 15, может быть, 17 метров. В общем... Наверное, наилучший момент.
Вот кто там пробить собирается. Смотрим по центру, и в защитника мяч попадает. По-моему, ногу подставил Владимир Самойленко. Опасно. Здесь уже Кадырманян мяч выносит. И аут. Сейчас, наверное, последняя атака Аэрофлота будет в первом тайме, потому что 30 секунд остается, и особых поводов добавлять время нет. Вот он направо играет. Здесь пас перехватывает Александр Чешев. Синица. Рискованно, но... риск оправдан. Филиппов нет, не проходит. Ну что ж, наверное, на этом все. Команда отправляется отдыхать. Будем и отдыхать и мы. Первый тайм получился безголевым, но достаточно интересным. Я думаю, что вся борьба еще впереди. Во втором тайме что-то будет. Давайте чуть-чуть подождем. Затем посмотрим, чем нас порадуют соперники. Ну что, долго отдыхать не пришлось. В принципе, прохладно. Плюс, полагаю, что все-таки собираются на футбол каким-то образом успеть соперники. Так что совместно было принято решение побыстрее возобновлять игру. И Николай Овчинников с этим полностью согласен. Итак, Кристалл Аэрофлот после 30 минут игры. Ничья 0-0. И, честно говоря, кому-то дать предпочтение по первому тайму довольно сложно. Он борьбу тут навязал, но здорово сыграл Самойленко. Передача на Соколова. Обыграть защитника такой закидушечка не получилось. Штрафный пас. Ну, здесь сложновато на скользком поле такие вертикальные передачи останавливать. Ну, знаете, вот по всему сейчас выходит, что игра до гола идет. И я понимаю, что может это звучать и банально достаточно, но гол либо будет единственным в сегодняшнем матче, либо вскроет игру, и тогда мы увидим более открытый футбол. Кристалл, в принципе, команда результативная, и частенько в матчах Кристалла не то чтобы обязательно крупные победы случаются, вообще крупный счет. Там может и Кристалл много пропустить, и много забить, а бывает, что это все в одной игре происходит. Поэтому там я не особо удивляюсь, когда какой-нибудь 6-4 в итоге получается. Ну вот Аэрофлот команда не такая. Аэрофлот вообще не склонен много пропускать. Голы вроде бы забивают достаточно много, по многу и уверенно. Но в последнее время как раз тенденция на более низовые матчи. Так что тот, кто забьет первым, получит, конечно, колоссальное преимущество. Вот сейчас момент у Аэрофлота. Неплохая скидка вначале была у Кулакова на партнера. Затем очень неплохо простреливал вдоль ворот Руслан Кошниченко, по-моему. Но на дальней штанге Максим Щупов, по-моему, подключался, и он просто проскочил нужную точку. Вот. Проблемы с идентификацией. А нет, кстати, Роман Гаврилов, не 23 номер, а 33. Это я сейчас посмотрел, и именно Гаврилов занимает позицию левого вингера в расстановке Аэрофлота с двумя центральными защитниками. Тут у нас Кожин травму получает. Хромая пределы поля покидает. Мяч
им даже замена требуется. Но это, в принципе, потеря, потому что в центре поля Кожин был самым заметным игроком. По первому тайму, по крайней мере. Синица налево. Ляков, Чешев. Тут тяжело, конечно, выбраться. Хорошо фланг закрыл Аэрофлот. Только при помощи вратаря удалось. Гармонян направо. Самойленко. Сам идет через Сальдановича. И пас не проходит на Соколова. Соколова прихватили прилично. Там уже в борцовской манере он пытается себе пространство отвоевать. Агроманян. Самойленко. Вот Соколов здорово сейчас откидывает в касание и чуть слабее нужного. Сальданович готовился пробить уже. Между нее не дошел. Контратака у Аэрофлота может получиться, но... Получилась бы она, если бы передачу удалось своевременно на левый фланг отдать. Роберт Жилин вместо Кожина вышел. Вот он сейчас тут в подкате прессингует защитников соперника. Лободин. Назад, Поляков. Передача вперед на Соколова, проходит. Соколов разворачивает соперника. И разворачивается сам. Очень неплохая сейчас перспективная ситуация. Но события предпочитают не форсировать. Нападающий Кристалла. И опять. Опять не очень опасно. Гармонян. Направо, Самойленко. Кристалл сейчас владеет преимуществом, правда? Аэрофлот больше на контратаке рассчитывает и может получиться опасно, но передачи здесь нужно все-таки рассчитывать по-иному. Мяч по этому газону непредсказуемо очень скачет. Гармонян в излюбленной манере отходит поглубже, чтобы лицом чужим воротам быть. Поляков обыгрывает. Нет, не обыгрывает. Пытался обыграть, но не сумел своего оппонента. А здесь фол фиксирует Николай Овчинников. Сальдановичу досталось по ногам. И Дмитрий Берников уже там мчался в штрафную. Как раз он не успевал к передаче от партнера, и поэтому... Принцип преимущества был реализован. Счет свистка арбитра. Примерно с этой точки уже штрафной был в первом тайме в исполнении Аэрофлота. Но было поближе, и защитники на себя приняли этот мяч. А сейчас Глейкин выручает свою команду. И мяч еще так по газону скакнул. Не очень приятно для вратаря. А флота контратака может получиться, но пас, конечно, по такому полю очень неудобно. У Аэрофлота сразу несколько замен. Кристалл также пользуется этим моментом. У Кристалла Олег Орлов на поле вышел. Ну, а Берников чуть раньше, насколько я понимаю, да, вместо Чеша. Что касается Аэрофлота, тут двое футболистов сменилось.
Ну вот вышел Дмитрий Филиппов. Ну а кто еще в процессе? Разберемся. Вот классный удар за штрафную! Шикарный! Выходит. У полузащитника Аэрофлота. И кто автор забитого мяча? Давайте смотреть. Сейчас Кулаков, по-моему, закрутил в дальнюю девятку. И Синица там коснулся мяча рукой. Но отвести угрозу не сумел. По такой игре стандарты — это, конечно, серьезное оружие. И вот на 39-й минуте Аэрофлот воспользовался представившейся возможностью. Кристалл сразу же в атаку переходит. Угловой, опасно. Уносится штрафной. Соколов. Среданович. Здесь Лободин. Вот эта передача на скамейку Аэрофлот. Вот я сейчас наблюдаю за расстановкой Аэрофлота. Вот Кулаков-то отошел в центр поля после того, как раз как травму получил Андрей Кожин. И уже не на острие действует бомбардир. Но эта расстановка, она в принципе в Аэрофлоте достаточно часто применяется, просто в атаке тогда играет Альберт Чус. Ну а здесь ответный гол Кристалла, и получилось пусть довольно курьезно, потому что после передачи, а это была передача Олега Орлова, хотел подставить ногу перед воротами Дмитрий Берников, но, по-моему, не коснулся мяча, и Глейкин был дезориентирован этим. Даже Владимир Самойленко это был, подключился защитник к атаке. Но гол все равно на Орлова мы запишем. Уже после игры, если арбитр уловил какое-то касание, можно будет этот нюанс уточнить. Лободин уходит по бровке от соперника. Прострел, Среданович мяч не остановил, но здесь момент, вот как раз у Берникова, тот пытался улучшить свою позицию для удара, и поэтому не пробил. Но вот смотрите, действительно раскрылась игра, завелись соперники. В течение трех минут забили два гола, и сейчас скоростью выросли. Сразу же и те, и другие пытаются развить свой успех. Кристалл, мне кажется, получил какой-то еще такой эмоциональный допинг. Среданович. Штрафную передача, несколько рикошетов. Мяч все-таки у Среддановича, ну нет. Это просто в сторону ворот. В расчете, может быть, на то, что мяч в руку попадет защитнику, все лишь угловой. Маленько, далеко отпускает от себя мяч, сразу вступает в борьбу. Назад Поляков скидывает. Поляков еще ниже Орлова. Вот видите, где Олег Орлов располагается? Вот для опорного полузащитника вот эта позиция. Ну, не скажу, что она такая достаточно обычная, да, регулярная. Ну вот именно Орлов по своей манере игры. И ошибка Громоненко, кстати, сюда опускается. Очень важно владеть мячом и лицом к чужим воротам находиться для этих футболистов, для того, чтобы
для того, чтобы эффективно начинать свои атаки, раскидывать мяч по флангам, в общем, вести игру. Вот перед штрафной, конечно, плотно очень. Угловой Кристалл зарабатывает. И не подает, а разыгрывает. Но вот этот прострел, ну, едва ли кто-то мог бы замкнуть. Какой-то очень высокий игрок с хорошей реакцией. По большому счету нельзя сказать, что Аэрофлот игра получается сегодня. Но некоторые атаки очень хороши. Вот Кожин вернулся на поле. Здесь подкат. И это фол. И это фол. И недоволен решением арбитра Радован Сриданович. Но он уже действительно уже подкат совершил свой. Другое дело, что в итоге по ноге-то досталось сопернику. Понятно, что не мог же сквозь землю провалиться Сриданович. Но, с другой стороны, сыграл в подкат, но не в мяч. Вот как рассудить этот эпизод? По мне, вполне себе обычная борьба. Можно было не назначать штрафной. Тем более, что у Рафлотов тут такое оружие, эти штрафные. Экватор второго тайма. Удар, мяч в стенку попадает. И разжимается в контратаку Кристалл, а Чешев. Ну нет, не пошел он в отрыв по флангу. Так, поискал глазами партнера, передача не прошла. И затем Кулаков вернулся, вступил в отбор и для своей команды мяч отвоевал. Ну, а это передача в прошлое, так называемая. Там игрок, конечно, был, но секунд 5 назад. Каграманян один принимает мяч. Передача в направлении Соколова не проходит. Кулаков зацепился. Ну, пас, здесь борьба. И подбор за Романом Гавриловым. Кожин. Гаврилов опять. Ну, а это пас не точно. И, в общем-то, правильно претензии принимает Кулаков, потому что, если это ему предназначало, ну, это ему, кому же еще могло предназначать, нужно было тогда либо в ногу выполнять. А вот на том расстоянии, на каком мяч был... От нападающего там максимум можно было в стык только пойти. Без каких-либо гарантий. Владение владения. Лободин назад. Самойленко диагональ. Ну, такая диагональ, чтобы просто из вот этой точки выйти. Здесь и футболистов было много, и особых вариантов для продвижения не было. А вот потерять мяч можно было спокойно. Глекин. Защитник играет. Еще один пас поперек поля. Рафот вот сейчас неплохо комбинирует, но все это в центре поля. Как только к штрафной приближается, сразу потеря следует. Ну а здесь какой момент, и как же неудачно сыграл Самойленко в этом эпизоде. Он позволил головой пробить Кулакову, хотя казалось, что у того никакого преимущества нет. И Синица выручает Кристалл,
каких-то рефлексах буквально. Я не думаю, что он реагировал именно по удару. Он просто оказался в нужном месте, рукой мяч зацепил и затем не позволил тому переползти через линию. Кристалл не понимает, почему арбитр не позволяет бороться. Ну, потому что в борьбе нарушаются правила. Ницца, Соколов. Ну, Кристалла, видите, какая команда. Ницца, Орлов, Соколов. Только Динамо в высшем дивизионе может с Кристаллом в этом отношении посоперничать. Ну а здесь желтая карточка будет сейчас здесь. Грубый фол и срыв атаки откровенный. Ну кто герой эпизода там? Андрей Кожин, по-моему, отрабатывал. Досталось Полякову. Я думаю, что здесь даже грубая игра в большей степени, чем срыв атаки. Хотя и то, и другое присутствует. Да, но Поляков, смотрите, поле покидает. Так, кто еще? Лободин в сторону скамеечки идет. Ну, судя по тем возгласам, кто от скамейки, Ашот Каграманян должен опуститься к Самойленко, а Олег Орлов играть в опорной зоне. Но пока нет, пока пару защитников составляют 12 и 81 номера. Орлов. Дальний удар такой хитрый, достаточно опасный, с наклевом, опять с отскоком от газона и чуть на внешнюю сторону подъема мяч свалился, поэтому еще уходил в сторону от Максима Глекина. Тот справился. Подача главого. Ну и опять подача не сразу под удар, а скорее для продолжения розыгрыша. Сриданович по штрафную, он не точный. Вот сейчас Кулаков подхватывает мяч. 4 в 4 контратака, проходит, классная передача. Ну, а кто завершать-то будет? А завершать будет Кулаков, опять удар, мяч попадает в Дмитрия Бердникова. Тот выносит его из штрафной. Сейчас Аэрофлот очень классную атаку провел. И Кулаков в роли распасовщика выступил. Может быть, вот поэтому у него нет голевых передач? Потому что не забивают его партнеры. Еще один момент. Удар! И мяч в сетке! Сейчас подача с фланга голом завершается. И Роман Гаврилов, по-моему, отличился. Он играл на левой бровке, затем переместился на правую по ходу этой атаки. И Синица уже не выручил. Там с близкого расстояния удар головой наносился. 52-я минута. Аэрофлот второй раз в этой встрече выходит вперед. Ну и у Кристалла теперь не так много времени на то, чтобы спасти. Лаков. Плохая передача. Навес с правого фланга. А, он будет. Желтые поработали! Ну тут Кристалл сам себе привозит. Будет удар. Кулаков с левой ноги. Мяч рядом со штангой проходит. Не Кулаков, да Кожин сейчас. Кожин завершал атаку, да. Пас в направлении Соколова, тут руками разводит. Ну, ребята, вот он я, мол. Куда вы мне даете? Двигаться нужно. Сейчас. Сейчас некогда рассуждать, кто там куда дает. Рамочка, давай! Углов. Кулаков.
Дальше не проходит Самойленко, и ему... Не помешал, кому... Надо другую половину вынести. Здесь Среданович по ногам досталось. Ну и поскольку, опять же, особенной перспективы не было, Николай Овчинников просит вернуть мяч на эту половину и разыграть штрафной. Орлов налево. Чешев. Центр пас здесь на перехвате. Защитники здорово действуют. И мяч от игроков Кристалла уходит. Кожин. Вот этот полузащитник здорово мяч контролирует. Может быть, не так раскручен, как гений кулаков Альберт Шиц. Но вот по этой игре ключевую роль, конечно, он играет. Ну а здесь Кулаков блестяще развернул Орлова и забил третий мяч. Очень сильно все сделал в этом эпизоде. Вот провел себя как настоящий бомбардир. Все сделал сам, и похоже, что приносит, ну, подтверждает победу Аэрофлота. Времени у Кристалла всего 5 минут, счет и отрыв достаточно солидный. Фанаты из Калининграда! Ну и здесь вот болельщики Аэрофлота. Выражают свое счастье вот таким образом. Ну что ж, умение выигрывать равные матчи – это чемпионский характер. Ну, забегать вперед, конечно, не будем, но просто отметим для истории, что у Аэрофлота вот это проявляется. Я бы не сказал, что в какой-то момент игры преимущество Аэрофлота было подавляющим. Более того, после гола Кристалла показалось, что вот сейчас сине-белые додавят. Но нет, два мяча в нужное время на заказ, и мячи разноплановые. Еще один момент. Здесь уже Синица здорово из-под перекладины тащит. Угловой. Но Евгений Кулаков не спешит. Понятно теперь, чего спешить. Кожин разыграл. Подача на дальнюю штангу. Мяч штрафной выносят защитники. А Среданович поднял голову, увидел Соколова впереди. Опустил голову и отдал пас в ту точку, где Соколов находился. А за это время Соколов уже рывок к своему партнеру совершил. Пониже опустился. Поэтому получилось, что просто выбили мяч куда-то там в район углового флажка. Самого дальнего от нашей камеры. Самойленко назад. Синица. Разворачивает Нака Германяна. 3 минуты у Кристалла. На то, чтобы 2 гола забить, сначала не пропустить надо. Кожин в центре перехватывает мяч на Кулакова сразу. Тот угол штрафной, к нему сзади подбирается незаметно Александр Чешев. И мяч отнимает. Кулаков говорит партнеру: ну что ж вы мне не подсказали-то, ребята. Ну а что там, бесшумно, что ли, Чешев бежал? Берников в дриблинг идет. И этот проход под катом останавливает Роман Круглов, по-моему. Да, такой футбол сейчас на руку Аэрофлот, конечно. Соколов. Ну нет, там Максим Глейкин мяч заберет. Без проблем.
Кулаков в центр скидывает, а не точно получается. Чешев налево здесь. Сриданович финтил, крутил, но когда решил прострелить, там уже, конечно, слишком острый угол был. Угловой. А в начале замена будет Аэрофлота. Замена тактическая. За полторы минуты до конца. Чуть-чуть время потянуть. Правда, обычно на угловом перед своими воротами так не принято поступать, потому что все игроки какую-то опеку выполняют. Но для Аэрофлота обошлось в данном случае. Еще один угловой будет. И, судя по всему, Кристалл собирается разыгрывать, нет? Вот так, на Орлова. Тот обратно диагонали, Зельглейкин забирает. Падает на газон, он поднимается и рукой бросает сразу к чужой штрафной. Ну, а вот это уже, конечно, грамотно. Сейчас подержать мяч даже важнее, чем пытаться забить четвертый гол. Буквально несколько секунд уже до финального свистка. И даже если там полминутки Николай Овчинников добавит, вряд ли этого времени хватит на то, чтобы отыграться Кристаллу. Ну, не то, что вряд ли, а просто не хватит. Давайте уж вещи своими именами называть. А тут еще и вот такая контратака проходит. И здесь момент... Леница выбивает мяч, попадает в соперника, и все на этом. Ну что ж, Аэрофлот сохраняет лидерство, одерживает 14-ю победу в чемпионате после 17 туров у летчиков, 44 очка. Еще два матча до перерыва, до окончания первого круга. Там предстоит команда первого дивизиона провести. Ну и, соответственно, теперь... Шансы Аэрофлота закончить первый круг в статусе зимнего чемпиона еще больше увеличиваются. Будем прощаться, друзья. Хороший футбол сегодня посмотрели. Если вы еще не переключились, то скажу, что работал для вас Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги, на следующей неделе.